Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я решила создать свой канал на YouTube, потому что, находясь на самоизоляции, мы все становимся немного блогерами. Здесь я буду делиться полезными советами для тех, кто решил связать свою жизнь с художественной гимнастикой. Расскажу о правильном питании и о том, как похудеть. Планирую транслировать тренировки для детей и для взрослых. Расскажу о своем методе восстановления после беременности и родов. И также приоткрою занавес своей жизни в новой для меня роли мамы. Подписывайтесь на мой канал на YouTube и пишите в комментариях те темы, которые для вас интересны. Всем хорошего дня!